В малосемейном общежитии на улице Аксенова, имеющий уголовное прошлое, хабаровчанин зарезал свою 45-летнюю сожительницу. Удар ножом в шею женщина получила во время вечерней ссоры с мужчиной, который младше ее на 11 лет. Местом преступления стала одна из 6 комнат в секции, где имеются общие кухня и санузел. Этим вечером пара выпивала, итогом стала перепалка, которую слышал сосед. Вопли за стеной для него не новость, поэтому он сначала не обратил на них особого внимания. После ссоры женщина часто уходила ночевать к соседям, а то и ложилась в кухне. До драк обычно дело не доходило. В этот раз послышались звуки борьбы, сопровождающиеся криками. Умирающую соседи нашли на пороге комнаты. Получив ножевое ранение, она попыталась выбежать в общий коридор. Смерть наступила очень быстро. Из-за обильной кровопотери врачи лишь констатировали наступление смерти. Сосед, знакомый с парой 3 месяца, говорил, что пили сожители каждый день. Ну, говорят, что он ее зарезал. А мог вообще, как вы думаете? Конечно, мог. Но уже не первый такой случай. Ну, а руку он на нее поднимал? При мне нет, если честно. Ну, а так слышали за стенкой? Так слышал, да. 34-летний подозреваемый был задержан полицией на месте преступления. У него есть криминальное прошлое. Первую судимость фигурант получил еще будучи подростком в своем родном районе имени Лозо. В возрасте 15 лет он угнал машину. В колонию юноша не попал, к нему были применены меры воспитательного воздействия. Они не сработали. На следующий год молодой человек был признан виновным в изнасиловании и отправлен за решетку на 3,5 года. Освободившись в 2008 году, фигурант уже в Хабаровске получил условный срок за попытку карманной кражи. В 2011-м он снова попался на воровстве, но дело было прекращено в суде за примирением сторон. Сейчас мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве, он арестован. С места происшествия Марина Нестерович и Андрей Алферов.